12 часов и 5 минут в Кирове. Абсолютно верно. Начинается программа «Культ поход» в прямом эфире. Вас приветствуют Светлана Дождевых. И Владимир Сметанин. А, такая снежная у нас атмосфера. За окном, да, абсолютно еще и зима. Несмотря на то, что уже 10 марта на календаре. Но ничего, я думаю, скоро будет теплей, да? А вчера-то какая метель была. Да, безусловно. Многие, да, попали, я знаю, оказались в затруднительной ситуации. Еще раз, наверное, следует напомнить, да, всем участникам дорожного движения, в первую очередь, быть осторожными и внимательными. Ну, Но я думаю, что сегодня наша информация и с помощью наших гостей мы добавим немножко тепла и доброты в нашу жизнь. Да, и сегодня мы отправляемся в музей имени Грина, в первую очередь, да, который является составной частью Кировского областного краеведческого музея. И музей Грина, и музейно-выставочный центр Диорама, и музей э, Салтыкова-Щедрина, и музей воинской славы. Все это является э, структурными подразделениями нашего областного краеведческого музея имени Петра Алабина, а имя Алабина было присвоено в конце ведь в прошлого года, да, нашего музыка. Да, не ведь да, это проводится. Да, ну давайте представлять наших гостей. Да. да, с нами сегодня в студии Нина Тадыбаева, заведующая музеем Грина, и Лия Чебыкина, лектор музея Грина и экскурсовод. Все верно, добрый день. Добрый, добрый день, день, да. Чуть позже, после 12.30, мы будем задавать вопросы, вернее, наши гости будут за это отвечать. Прямой эфир, номер телефона 211-101. Вы звоните, если правильно отвечаете, то выигрываете тот приз, который вам больше всего нравится. Чуть позже, по традиции, Светлана список призов озвучит. Ну что, начинаем нашу беседу. У нас сегодня несколько тем, мы хотим взять, да, и хотим начать с выставки, которая уже идет, называется она... «Женщины вятской поэзии». Открытие было еще 22 февраля. Да, все Странно, верно. я думала, угу. 8 марта открытие Ну, в том числе видимо, к первому весеннему празднику, да, она была приурочена, эта выставка, да? Или специально для мужчин вя... «Женщины вятской да. поэзии», да? Сейчас Лию к Васильевну, мужу. да, попросим нам подробности рассказать об этом мероприятии. Ну, выставка была задумана не только к 8 марта, а просто о том, чтобы рассказать о местных писателях. В данном случае мы писательницах решили, мы решили взять женщин угу. и более того не писательницах, а поэтах, угу. поэтессах. Вообще героини выставки два критерия отбора: члены Союза Кировского отделения Союза писателей России и поэтессы. Угу. Ну, мы, конечно, постарались рассказать обо всех, но о ком-то получилось более подробно. Главный героинь выставки у нас 5. Это, во-первых, Надежда Ильинична Перминова. Это она уже корифей нашей вятской поэзии. И она совсем недавно, 1 января 2023 года, отметила свой юбилей. Ну, еще также большой раздел выставки посвящен Галине Александровне Кустенко. У нее в этом году тоже юбилей. Угу. Такой богатый на так юбилей. Совпало, год да, Елена Станиславовна Наумова Шуклина Юрлова Ольга Леонидовна и Надежда Пантелеймоновна Мохина вот главная героиня нашей выставки. Угу. Мы рассказываем, конечно, об их сегодняшнем дне, об их творчестве, об их биографии. Они все стали поэтами, писателями еще в советское время. Получили признание, да? Получили да, признание в, в настоящий период. Есть ли у наших вятских поэтов какая-то объединяющая тема, вот, да, как у нас про художников вятских говорят, да, что у них практически все пейзажисты, да, угу. это еще природа, да, это основной, да такой мотив. Ну, сама природа воспитала угу. в нас пейзажистов, это, по-моему, Шишкин сказал. Угу. А, вот, может быть, у наших вятских поэтесс тоже есть какая-то объединяющая тема творчества? Или они все сложно однозначно? Творческие на личности? Этот да? Ну, конечно. Все они любят писать об отношениях, о людях вообще. У них много э, такой личной лирики, любовной лирики, в том числе и гражданская лирика, не последнее место в их творчестве занимает. Угу. А вообще, конечно, все наши поэтессы невероятно лиричные, нежные и. Мне очень нравится. Сейчас они продолжают заниматься творчеством, да? Конечно, продолжают писать. конечно, угу. очень активную творческую жизнь ведут. Вот именно сейчас выходит, готовится к печати несколько книг из серии антологии авиатской литературы, угу. в том числе и женщин поэтесс. Угу. А кто этим занимается? Союз писателей. Союз писателей, да. Ага. Будут ли какие-то творческие встречи с поэтессами, потому что мне сложно представить, как это сделать, выставку, Не посвященную да, да, по по поэзии, да, там книги лежат, или ага. э, стихи представлены, как, как это выглядит. Ну, конечно, книги на нашей выставке тоже представлены. И раритетные какие-то книги, которые в витринах, которые как экспонаты, их можно только посмотреть. И такие книги, которые можно почитать просто прийти ознакомиться, почитать вслух, послушать стихи. Еще выставка снабжена системой QR-кодов, и посетители могут вот отсканировать QR-код и послушать стихи, либо песни на стихи по ЭТС, как они сами их читают, услышать. Прямо послушать? То да, есть прямо послушать. Аудиофрагменты да, да. доступны? Вот. Угу. Ну и книги, их можно почитать вслух, <laughs> записать видео, как угодно. А вообще встречи, конечно, проходят. Самое вот массовое мероприятие у нас это, пожалуй, было открытие 22 февраля. Ну там практически все героини-выставки собирались, пели, читали свои стихи, рассказывали о творчестве. Очень теплое мероприятие прошло. А так запланированы встречи и уже проходят. Ну, Ближайший, например, будет 15 марта встреча с Оксаной Григорьевной Чупраковой или 17 марта с Еленой Коноваловой. Это все в музее Грина, 20 марта с Натальей Кузницыной. 21 с надеждой Мухиной и так далее. Ага, эту информацию можно найти на сайте Краеведческого музея, да, выложена вот афиша. Я вижу, что перед вами лежит афиша на март и там каждый день практически расписан, поэтому выходите на сайт, там можно будет найти информацию об этих не, встречах, да. Не только на сайте, uh -huh. а еще и в группе ВКонтакте, группа Краеведческий музей, группа Музей Грина. Там вся эта mm -hmm. информация дублируется. Да, забыли упомянуть про возрастное mm -hmm. ограничение этой выставки женщины ветской поэзии. Ноль плюс, все очень просто. То есть нет возрастных ограничений, да, обязательная информация, И которую проходит нам нужно озвучивать. в корпусе Кровеческого музея, который находится по адресу Музей Грина, Володарского mm -hmm. 44, mm -hmm. остановка Дворец mm -hmm. Брака mm -hmm. mm -hmm. Тут в анонсе смотрю, как раз на сайте Краеведческого музея. Говорится, что еще в рамках выставки он продолжает работу Литературно-музейный центр «Среда просвещения». Что это такое? Поделитесь, пожалуйста. В октябре... Нина, помогайте. Да. <связано> <связано> да, да, в октябре мы выиграли совместно с Кировским отделением Союза писателей России, Гранд-президентского фонда культурных инициатив на открытие литературно-музейного центра, благодаря которому на двух площадках нашего музея, Дом музея Салтыкова-Щедрина и музея Грина, проходят творческие встречи с кировскими писателями для школьников бесплатно. Uh -huh. и музейные занятия, разработанные по по, по ветской литературе нашими сотрудниками уже, вот и с, мы реализуем этот проект вот с октября и в конце марта у нас завершается, но мы планируем его развивать дальше и уже второй этап запускать. То есть уже или проект... То есть это Нет... продолжение будет или некая трансформация Нет, с новыми идеями? Нет, мы будем трансформировать, потому что угу. этот э, год работали для школ города Кирова. Следующий этап мы планируем уже для... Мы хотим сделать передвижную выставку, чтобы возить ее по сельским школам Кировской области. То есть и... в районы поедем. Да, в районы угу. поедем, да, и будем с собой брать писателей, которые там будут проводить на этой выставке встречи то есть мы хотим таким десантом выехать, Ты... чтобы о, о кировских писателях uh -huh. узнали ну, ребята у нас ну, во всех школах. По заявкам школы могут поучаствовать? Или уже не могут, уже все уже заканчивается? Сейчас, сейчас uh -huh. у нас вот афишу мы раз рассылаем по школам, uh -huh. все желающие могут позвонить, записаться. Uh -huh. да, а если, есть еще такая возможность, Да, если да. есть, вот у нас какие на какие-то встречи записи уже имеются, есть встречи, на которых пока не нет желающих, да, то есть могут школы позвонить и записаться. Угу. Как а, школьники, как молодое поколение реагирует на встречу с творческими людьми? По-разному, по если у нас так также приходят первые курсы колледжей наши, угу. то есть это те же школьники, можно сказать, по-разному по проходят встречи. Если встреча с детским писателем, конечно, детские писатели, они больше эта встреча носит развлекательный характер они читают свои стихи какие-то загадки загадывают да? вот рассказывают какие-то интересные такие истории из детства своего да и дети слушают это а если если это более ну, старшие школьники допустим то э, там уже выступает как бы там другие уже законы встречи да проходят допустим э, Владимир Арсентьевич Сидников у нас на встрече э, Травят э, байки, рассказывают очень интересные истории и даже из истории своей семьи, как это повлияло на ее творчество, то есть какие-то истории о любви, да истории о своей школе, как он учился в школе там в сороковые годы, как во время войны, да, это все было в городе Кирове. Детям это интересно, они то есть погружаются в тот мир, который им вообще далек от них, и если в начале встречи они могут шуметь, шуметь, то концу уже такая гробовая тишина стоит, потому что Прислушиваются. да, да, они погружаются. А кто-нибудь есть из молодого поколения? Ну, писатели уже есть какие-то молодые у нас писатели, самый юный как это юно Ну, может быть, вот к вам приходят на встречу, говорят, что я хочу стать писателем, или уже пишу стихи. Молодые дарования, да? молодые дарования. Ставится задачу такую звездочку или звездочек найти, открыть, как-то поспособствовать. Их же заметно, на мой взгляд, издалека. Сейчас это немножко по-другому строится эта работа. На выставке у нас есть раздел, посвященный клубу молодости, это областное литературное объединение, ему в этом году исполняется 60 лет, и в этот клуб ходили почти все героини нашей выставки, да, и сейчас там ходят у нас люди и 60, и 50 лет, и 40 лет, и 16 лет, и 14 лет, то есть mm -hmm. школьники посещают его, ну, то есть кто-то прибивается, кто-то уходит. Вот. Это работа, которая ведет Союз писателей. Вот. И я знаю, что есть разные секции, кружки, которые отдельно писатели, возможно, ведут, куда ходят студенты, школьники. Ну, то есть как-то себя пробуют творчество. Я думаю, насколько, да. насколько ну, вообще этот жанр... Ну, просто там сейчас все, многие интересен. молодые люди ушли в интернет. Они там ищут признание, но вот Нет, может быть... Нет, я, я не, вот с не такой... соглашусь. Я, я считаю, что это все равно есть определенный такой литература центризма, и пишут mm -hmm. стихи, но просто это стихи сейчас наложенные на музыку, да, и это в основном какие-то песни или, может быть, рэп. А, и... Ну вот я думаю, что, может быть, они так себя больше проявляют. Ну, мы вообще не ставили себе задачу поиска талантов, угу. но на самом деле ребята ну, на встрече нет. Это... Бы нет да? Я не, 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 не Многие... спрашиваю, что это задача. Да, ну, а да. может быть, просто вот кто-то уже э, выявился, и мы видим среди э, ну, молодого ну... поколения уже какой-то подающий надежды многие Талант. ребята просто вот спрашивают советов что-то вот у, у писателей вообще реакция конечно меня лично удивила как дети реагируют я думала что будет меньше интереса на самом деле вот к концу встречи они задают вопросов массу раскрепощаются и появляется живой интерес к творчеству писателей и вот многие интересуются какими-то именно такими моментами пытаются выведать что-то из творческой лаборатории и видно что это честно для спрашивают себя. сколько зарабатывает писатель Постоянно. Постоянно. Вот я просто... Третий часто... да, сам... класс, вопросов, второй да. класс спрашиваю. Да. А в рамках этого клуба молодость, то есть еще какие-то наставнические там, позиции есть? То есть можно попросить совету у более старшего, у более опытного коллеги или как-то? Ну, там ну, вообще нас же, разбирают об... произведения, да. играют, да. Да, а, разбирают. Да. Но ну, она же не учат нигде, стихи писать, книжки писать. Нет, вот да. я слышала мнение, что в клубе молодость уж точно тебе объяснят, угу. как писать не нужно. Как писать не нужно? Главное писать на нормальном, качественном русском русском юге. Надо тебе идти ехать, в литературный институт поступать. Надо как-то ну, направление сменить. Ну, uh -huh. или там, допустим, ты пишешь стихи, а у тебя, тебе дают совет. А попробуйте прозу. Человек начинает писать прозу, у него получается лучше, чем стихи. Ну, uh -huh. допустим, это могут только профессиональные писатели дать такой совет, как бы, да, уже с высоты своего опыта, uh -huh. скажем так. Забыли упомянуть жизненного. о том, как долго еще продлится выставка «Женщины венской поэзии». До апреля, по-моему, да? Да, она еще... выставка будет до 22 апреля работать. Uh -huh. Но это не так долго. Осталось один месяц. Уже есть какие-то планы на то, что откроется после этой выставки? Конечно. Да. Ну, если можем сейчас Планы расписаны на следующий год, уже обдумываются планы на следующий год. Такова специфика нашей работы. А вообще, следующая выставка будет посвящена Сергею Михалкову. Автору гимна. Угу. Угу. И вот такая детская, больше ориентирована на детскую аудиторию выставка. Тоже ноль плюс, да? Возрастная да, грешка. Конечно, И да. через три дня ему 110 лет исполняется угу. день рождения. Угу. Так, к летним каникулам. Уже... На что там будет сделана ставка, раз уж мы ее начали анонсировать. То есть вот основные черты. В чем фишки, как говорит, да, молодое поколение? Так, а детская литература выставка. Детский игровой проект там будет. Как раз, да, да, на, да, да, вот школьные летние лагеря, лагеря да, будут, да, да. да, и они все как раз захватят вот эту выставку. Угу. 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 Так, мы еще хотели поговорить о... Двух интересных проектах. Надо, надо вообще сказать, что в феврале, да и в январе, тоже получается, да, культурная общественность города была взбудоражена этим конкурсом, грантовым, да, приуроченным к 650-летию города под названием Город добрых соседей. И вы тоже, да, в нем да, заявились участвовать. И вот, в частности, информация есть о том, что некий литературный дворик алые паруса, да хотите да. вы создать. Это все также на базе музея Грина. Вопрос благоустройства, да, видимо, стоит? Да, да мы вот подали территории. две заявки угу. на номинацию благоустройства на конкурс «Город добрых соседей». Первый проект у нас — это литературный дворик Аллы Паруса. Мы заявляли его от, как раз от Кировского отделения Союза писателей России. Хочу отметить, что у нас почему такие тесные связи с Кировским отделением, потому что как раз э, писатели стояли у истоков создания наших двух литературных музеев. В этом году э, в октябре мы отмечаем 55 лет создания э, вот первого литературного музея в городе Кирове, Это сейчас он носит название Дом музей, салтыкова Дрина, uh -huh. открывался он как Кировский литературный музей. Uh -huh. вот. И он был, создавался писателями. И музей Грина тоже инициаторами была общественность города и писательское сообщество. Поэтому мы так дружим домами все эти 55 лет. Uh -huh. вот. Поэтому у э, музея Грина сейчас... Такая ситуация, что у нас нет забора да, вокруг здания. У нас три э, контейнерные площадки. Под мусор. Да, очень хорошо знаю э, вашу такая... ситуацию, потому что мой ребенок ходит учиться в ЭГГ. Да. А ваш ну, корпус как, находится как раз э, по, за, пути. Да, да. по пути. Mm -hmm. И э, вижу эту ситуацию. Да, mm -hmm. У вас не и очень комфортно. С, с улицы Мопра у нас... Земля нам не принадлежит, там парковка как раз при подъезде к школе получается много-много машин. Но тут мы никак не можем повлиять на ситуацию. Мы узнавали, что эту землю, то есть она принадлежит соседнему дому, это их придомовая территория, мы ничего не можем сделать. А со стороны входа в музей, то есть это уже наша земля, и там мы можем разбить дворик. Мы и напротив тоже нашего музея, муниципальная земля, но мы договорились с управлением дорожной парковой архитектуры, что инфраструк... инфраструктуры угу. вот, У ДПИ, вот, в общем. ДПИ да, да, что облагородим также этот участок. То есть у нас будет зеленое насаждение. Мы хотим в катках по периметру музея расположить любимые цветы грина герани. вот, Потом мы хотим качели. Поставить uh -huh. э, какие-то арочки, зеленые э, девичий виноград, то есть по... то есть у нас будет такая живая изгородь, она будет у нас мобильная, съемная, если мы выиграем этот проект, потому что через год музей закрывается на реставрацию и надо будет все это убрать, чтобы потом после реставрации аккуратно все вернуть на место. Угу, Поэтому у нас угу. ничего капитального там не будет, все очень съемное, мобильное, если кому-то надо починить, допустим трубу, мы убираем наш красивый заборчик, трубу чиним, ставим заборчик на место, потому что у нас много коммуникаций проходит. Дизайн проект уже готов, соответственно, ну, да, 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 уже да, да, уже да. да. заявки. Потом... Заявки уже все Свои... поданы до конца марта, все они будут рассмотрены. Да, да. У вас реставрация само здание требует реставрации? Здание, да. Музею нашему 42 года. А, вот в 80-м году. Самому а самому гораздо зданию больше. гораздо больше. Да. Это все Здание 908-го года. К юбилею города, да, вам да, обещали да, да. да, включить вас в план работы? Угу. Вот. И второй, второй наш домик литературный, это дом вот такой щедрина он в этом году закрывается на реставрацию. Надеемся, в 23 году. Вот. И хотим закончить этот ремонт к юбилею музея как раз осенью 25 октября. Вот. И мы подали проект на конкурс. Это уже, да, да к, второй, другому, второй, к другому да, проекту проект проект мы переходим. Называется он «Литературная остановка». Угу. Дом музея Салтыкова-Щедрина. Вот. Тут, кстати, очень интересная информация. Да, пере, пере, простите, угу. что перебиваю вас, Нина. Я как-то пропустил, что ли, почему так вышло, но еще 7 февраля этого года было администрации города принято решение о переименовании остановки общественного транспорта «Парк имени Гагарина» в остановка «Дом музей Салтыкова-Щедрина. Я думаю, что для многих жителей города это открытие такое. Ну, ну, в автобусах знаю. еще ничего не поменяли. Да, все ничего еще не поменяли. Гагарина. Да, но мы да. надеемся, что это изменится, потому что мы. В общем, инициатива исходила от вас, да? Да, Вы да. Ну, вот это... угу. сообщество да, музейного нашего, и к нам просто приходили в гости коллеги сказали, вот смотрите, вот у вас стоит музей, Основка называется «Пад Гагарин. Uh -huh. Повлияйте на ситуацию. Наш директор Юрий Александрович был схватился за эту идею, да, и ходил куда нужно. Нечетная сторона улицы Ленина, да? вот не Ленин <laughs> Да, Ленина да. Да, да, вот, да, 93. Вот, да. Мы обратились с письмом вот, совет под именими, они единогласно приняли решение переименовать остановку к тому же юбилей музея, юбилей города, да. И мы уже планировали этот грант. Поэтому... Я, как всегда, это как я экскурсовод, я сразу оттурист. Думаю, конечно, это логичнее. Uh -huh. То есть, uh -huh. смотрим на карте, где остановка дом музея. Ну, же, все же туристы посещают да, музей, да. и это очень удобно. Потому остановка... что парк Гагарина а она... в 61 году назван Парком да. Гагарина. А она да. раньше-то была остановкой, по-моему, было когда-то время, когда она называлась. Нет, нет, Дом музей Салтыкова-Щедрина, или я ошибаюсь. В 1961 году пара Гагарина появился пара Гагарина, угу. а в 1968 году открыт был музей. Вот как раз 55 лет. Ага. Ага. Да, и поэтому вот по он позже причине, был открыт. Да? Угу. И, ну, мы так полагаем, что позже, поэтому как-то до этого не дошло. Так, и что планируется? Мы планируем у... заменить. Там стоит лавочка, потому что это павильон не поставишь, просто лавочка, да, но мы хотим ее заменить на красивую литературную лавочку. У нас... В чем особенность литературной да, лавки? да, да на, на, на ней будет расположено два персонажа Михаила Графовича Салтыковича щедрина в исполнении кировского художника Максима Наумова uh -huh. доброго друга нашего музея, чьими работами украшен наш музей внутри. То есть это да, его так, да. малая архитектурная форма, скульптура да. какая-то или что это? Будет? Это будет скамейка, на, на спинке которой будут расположены два персонажа. А. Uh -huh. вот и если получится то мы еще расположим там по фонари красивые uh -huh. вот, если... вот прямреш вот сам павильон это... сам навес нет, нет, нельзя нет, принципе, нельзя он так он будет закрывать весь музей uh -huh, uh -huh. туристов не увидят да, uh -huh. да. опять же скажу что из автобуса показываем хотим красивуюлавочку чтобы до люди Обращали еще раз внимание. Кстати, в группе ВКонтакте, дома музея Салтыкова Щедрина. Вы размещали опрос: uh -huh. поддерживаете ли вы установку этой литературной остановки? Либо вам uh -huh. это неинтересно? И вот я смотрю на результаты: 99,5% за uh -huh. эту идею. Наверняка и положительные отзывы да, слышали от многих. Даже, из слова поддержки, да? Даже удивлялись многие люди, что, mm -hmm. они, что эта остановка не называлась раньше дом музея. Они mm -hmm. спрашивали, мы думали, что так она и называется, mm -hmm. что так и должно быть. Я, честно говоря, тоже всегда внимания, ездила да? с этой остановки и не, не обращала она она как внимания. как раз обратили внимание mm -hmm. вот нам была встреча. У нас uh -huh. пришла Юлия Игоревна Колобова, преподаватель Вятского Государственного университета. И когда вот мы планировали uh -huh. вместе, они как партнеры, у нас вятго партнером uh -huh. наших проектов является, тоже всех. Они говорят, как это так? Ну вот, остановка. Uh -huh. Музей есть, остановки нет. <laughs> Давайте остановку. Если уж говорим про дом музея Салтыкова-Щедрина, известно ли, в каком направлении он преобразится, что изменится? Да. Вот. После реставрации. Да. На ну... что будет направлена реставрация, в первую очередь? Известно ли? Ну пока проект в разработке. Uh -huh. Ну uh -huh. просто... Но самый главный вопрос для там ведь тоже есть дворик yeah. и вот может быть там что-то нет uh -huh. усадьба не включена в реставрацию, в реставрацию uh -huh. включен только дом, то есть дом это 175 лет, uh -huh. вот и он. Uh -huh. А почему не написали на на дворик? На дворик. Да. Но ну, я думаю, что дв... там все впереди, потому что дворик-то не является памятником культуры федерального значения все-таки. Дво... Ну, сам... усадьба-то, я имею в виду. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Главное, привести в порядок дом, а с усадьбой, я думаю, что это работа на будущее. Будем какой нибудь а писать из... грант, uh -huh. А да. изменится ли его облик, облик внешний? Облик нет. Ц -ц 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 -ц... Мемори... Дом, музей мемориальный. мемориальный. Он будет максимально мемориально сохраняться. Цвет там останется таким же, да? То есть, yeah. То есть будут какие-то внутренние работы, связанные mm. с капитальными? Yeah. Да, М -м -м. капитальный ремонт. Это uh -huh. подош... да. да. будет все равно изменение экспозиции. Угу. Небольшие. Угу. Мы подошли сейчас к небольшой рекламе. Она продлится полторы минуты. Напоминаю, что у нас в гостях Нина Тадыбаева и Лея Чебыкина. Попросим наших гостей задавать вопросы после рекламы. Слушатели, напоминаю, номер прямого эфира 211-101. Призов у нас очень много, так что будьте внимательны. Культ. 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 Сейчас поделимся с вами списком призов, которые сегодня разыгрываются в Культпоходе, и наши гости будут задавать вам вопросы. Итак, пожалуйста, Светлана. Что Итак, разыгрываем? мы разыгрываем пригласительные в кинотеатр Дружба и Смена, а также у нас есть пригласительные билеты в галерею прогресса, причем сразу на две выставки. Это выставка молодого искусства Мы 6 ⁇ и проект Safe Space 6 ⁇ Единый билет на обе выставки. У нас есть пригласительные от э, Вятской филармонии. 19 марта в 12.00 «Поворачивая глобус. Увлекательное кругосветное путешествие вместе с Вятским оркестром русских народных инструментов». Ограничение 6+. И 25 марта в 17.00 Сергей Рахманинов «Опера Олека». Вятский губернский симфонический оркестр. Ограничение 12+. Пригласительные в Театр на Спасской. 17 марта. 18.00. История одного преступления. ограничения 16+. И еще книги от, мази... от магазина «Читай город». Терри Аболевич. «Сны снежно-ягодника». 16+. Колм Тойби. «Волшебник» 18+. Ася Володина. «Протагонист» 18+. И Александр Соколов. «Ученые скрывают мифы 21 века». Без возрастных ограничений. Угу. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах Читай город по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. Вот, вот так вот, и билеты, нас... и в кино, и в театр, и книжку. Видите, какое разнообразие. Да, да. 211-101. Еще раз напомню номер нашего прямого эфира. Ну и Лия Васильевна сейчас задаст вопрос. Внимание. Первый вопрос. В каком году и в честь какого события открылся музей Грина в городе Кирове? Ну, другого вопроса мы не ожидали. Не ожидали, раз уж говорим про музей Грида. Когда огласили список призов, я пожалела, что я задаю вопросы, а не отвечаю на них. Мы всегда всем говорим, да, звоните. У нас всегда хорошие очень призы и подарки. 211-101. Год и в честь какого события открылся музей Грина? Простой вопрос. Ну, тут Простой. уже та же была дата, осталось только вычесть, uh -huh. да, сколько... Uh -huh. А вот уже и принимаем звонок, пожалуйста, наушники, чтобы слышать нашего собеседника, да, на том конце провода. Алло, добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Да, Александр, очень приятно, наш постоянный слушатель. Ну, видимо, без вариантов вы абсолютно правильно сразу должны отвечать. Да, конечно, 1980 год, к столетию Александра Грина. Совершенно да, верно. Да, все верно. А в какого числа родился Александр Грин? Ну, это дополнительный вопрос. Он да. ни, От к чему, ни к чему не обязан? Алии Васильевны Чебукиной, да. В августе у нас да, Гриновский августе, фестиваль двадцать третьего августа по новому стилю. Двадцать августа тысяча девятьсот года. Торжественное открытие музея Грина состоялось. Дни романтики, на вятке. Помните, да, этот проект замечательный. А кстати, в этом году будут дни романтики конечно. на вятке. Да, да? конечно, конечно. Будем. Александр, что выбираете? Билеты в смену. Билеты в смену. Отлично. Не кладите, пожалуйста, трубку. Нашему редактору вас передадим. И уже пара слов по организационным моментам, где забрать эти билеты. Отлично. Следуем далее. 211-101. И еще один вопрос. А второй вопрос будет как раз по выставке «Женщины вятской поэзии». Скажите, пожалуйста, друзья, сколько женщин на данный момент являются членами Кировского отделения Общероссийской общественной организации Союз писателей России? Варианты даем, да? Да, вопрос uh -huh. сложный. Даем варианты. Сколько женщин? Вопрос и варианты. 16, 20 или 57? Большой разброс, особенно между вторым и третьим вариантом. 57, 20 или 16. А это важно вообще? Сколько женщин Нет, у нас но в союзе писателей? интересно. А мужчин больше? Так, на всякий случай. На Из... всякий случай, да. Да, побольше. У да, нас мужчин? уже есть ответ. Угу. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Привет, меня зовут Наталья. Наталья, здравствуйте. Знаете ли вы, сколько женщин являются членами Кировского отделения Союза писателей России? Может быть, 57? Нет. К сожалению, нет. А, ну да, не напомнил в самом начале, но у нас такая многолетняя уже традиция в культпоходе. Если слушатель неправильно отвечает с первой попытки, мы даем еще и второй шанс. Так что, Наталья, так, да. А там значит, 16 и 20. Да, что? либо, да, либо да? 16, либо 20. Тогда давайте 20 золотую середину. Вы абсолютно правы. 20, 20 женщин, угу. а всего 57 членов. А, вот а, откуда ну, вот взялась и... цифра 57. Да, Мы да. думали, что за неожиданный Вот получается, разброс. что большую часть 37, да, это все-таки мужчины. мужчины. Mm -hmm. Mm -hmm. Наталья, что вы выбираете? Поздравляем можно вас. Можно в кино? Да, можно, конечно, только у нас Александр смену выбрал, да, в, в предыдущий раз. У нас сейчас, видимо, дружба остается. Ну, в любом случае, все подробности у нашего редактора сейчас вы можете выяснить. Рыба. Да, не кладите, пожалуйста, трубку. И третий вопрос тоже сейчас хотим задать, и тоже Лия Васильевна, да, отвечает. На вас сегодня все вопросы у нас. Третий вопрос. Угу. Кто из героинь выставки «Женщина вятской поэзии» в 2022 году получил российскую литературную премию Грина за достижения в области литературы для детей и юношества? Вот, с такой формулировкой. Ну, это uh -huh. вот предыдущая uh -huh. премия, да, была, uh -huh. собственно, да, в прошлом? последнюю премию. В да, в прошлом году. Не То знаю... есть это не за какое-то произведение, а за заслуги uh -huh. в целом. Uh -huh. Uh -huh. Ну, не знаю, надо ли, надо ли перечислять, у нас тут перед глазами имена женщин, да. Ну, я могу напомнить основные героини. Давайте, напомните, пожалуйста. Надежда Ильинична Перминова, Елена Станиславовна Наумова, Галина Александровна Кустенко, Надежда Пантелеймоновна Мохина, Ольга Леонидовна Шуклина Юрлова. И вот среди этих пяти представительниц, да, есть правильный ответ. Добрый день, как вас зовут, скажите. А, Константин. Константин, Еще один наш постоянный слушатель. Ну и вот мы озвучили сейчас имена женщин, и ваша задача правильный вариант выбрать. Ой, я не слышал, но по-моему это Наумова. Вы правы. Елена Станиславовна Наумова. Елена Наумова. Да, да. Все, отлично. Да. Вот видите, быстро справились с этим заданием. И традиционный вопрос. Какой приз хотелось бы получить вам? Галерея прогресса. Галерея прогресса. Отлично. Не кладите, пожалуйста, еще трубку. Уделите нам минутку. Передаем вас нашему редактору. Пару минут у нас еще остается. И розыгрыш у нас закончен, да? по большому счету. Хотя, если хотите задать вопрос, может быть, еще какой-то так, навскидку. Родился еще какой-то, да? Нет? Я бы хотела прочитать стихи. С вопросом или просто... Без вопроса. хорошо, у нас полторы минуты, минутка буквально вот есть, если да. Николай Васильевич Пересторонин, это тоже добрый друг литературного музея, вот он на открытии выставки вятской поэзии прочел такое стихотворение и написал специально на открытие. «Были читатели строгими, в пору гордиться собой». Жизнь подтверждается строками, верой, надеждой, судьбой. Самым высоким вы грезили, если сбывается вновь, женщина вятской поэзии «Свет, вдохновение, любовь». И я хотела бы пригласить всех слушателей к нам на выставку, потому что это замечательный, весенний, очень добрый проект о любви. Еще раз напоминаем, да, на Володарского 44, музей Грина, выставка называется «Женщина вятской поэзии», возрастное ограничение отсутствует, то есть 0+, и выставка будет еще работать до 23 -го. Я, я смотрю на сайте, 23 апреля, да, да, обозначено. До 23 апреля. То есть добро пожаловать, как и на другие выставки, да, и на другие проекты музеев, являющихся частью Кировского областного краеведческого музея. На этом завершаем сегодняшнюю передачу. Спасибо, что пришли. Будем ждать еще новостей. Спасибо. Я думаю, будет еще, будет поводы встретиться. Да, да? желаем вам преображения в вашем музее. Да. Спасибо. Такой впереди ответственный год, юбилейный, да. да. Так что всего доброго. Готовка к 650-летию. Да. Всего доброго. Всего доброго, до свидания, спасибо. спасибо. До свидания.